И сделал вот, что придется записать как бы небольшие такие видеоуроки базовые именно для меня, так как хотел бы рассмотреть на них определенные выходы с различных позиций, именно касаемо болевых на ноги. Часто ребята спрашивают, с каких позиций, какой именно должен быть хват, с каких сторон и так далее. Поэтому думаю потихонечку в одном видеоуроке раскрыть с разных сторон различные выходы. Для себя решил, что буду в данном видеоуроке рассматривать три позиции, потому что они адаптированы и для соревнований по бразильскому джиу-джитсу, и по грэпплингу ноги. Воздействие на ахиллово сухожилие, выходы на рычаги колена с различных положений и, конечно же, базовый прием в футбол. Спасибо большое.